Друг ты мой или незнакомец, обращаюсь я к тебе. В бит мои слова вливаю с нежной зимней кутерьме. Как пробьют часы 12 в самые главные годы миг, голубь пусть моих посланий мир по кругу облетит. Первое, как не банально, возлюби мой друг себя. Возлюби людей повсюду, мы едины, это два. Честен будь перед собою, как пред Богом, это три. Для раскрытия пятой чакры также и другим не ври. Сохрани свой личный почерк, будь собой, какой ты есть. Это мой четвертый месседж, шкуру ты других не лезь. Подари другим свободу, быть собою, это пять. Шесть, твори дела благие, можешь мир ты улучшать. А послание седьмое с философской каймою. Будь сейчас и здесь в моменте, есть лишь он и он весь твой. Скинь оковы прошлых терний, не толкай ты время вспять. А будущее иллюзорно, нет в нем смысла пребывать. Восемь, я прошу, приятель, больше думай и читай. Дело сердцу дорогое, ни за что ты не бросай. Это был мой номер 9, номер 10 это то, что хватит делать, то, что бесит. Брось смелее, не свое. Далее две единицы, им внимаю сердно ты. Время находи молиться для духовной чистоты. Медитируй и воздастся, и 12-й посыл. Следуй за своей мечтой, пока о ней не позабыл.